Доброго времени суток, мои читатели, мои почитатели, гости моего канала, мои подписчики, мои друзья. С вами гадалка Наталья Курганова. Сегодня мы продолжаем рассказ о Страстной Седмице. Это последняя неделя Великого Поста. Называется она еще и Великой. Сегодня речь пойдет о Великой Субботе. Друзья, Великая суббота – это день печали, когда верующие скорбят о Спасителе. Именно в этот день вечером в церквях начинаются пасхальные службы. Если же вы по каким-то причинам не можете посетить всенощную, то все равно не должны ложиться спать. Вот все, друзья, что я хотела сказать о Великой Субботе. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами была гадалка Наталья Курганова. Всего вам доброго. До свидания.